Всем огромный привет! Сегодня у нас будет с вами распаковка Faberlic 14 компания. Вот так выглядел каталог. Мы его пока в сторону. И наша небольшая посылка. Посмотрим, что нам пришло. Довольно-таки тяжелая. Как это ее так открыть? Без шума и пыли. О, открыли. Наверное, в следующий раз не буду вот эту распаковку делать, а то она занимает много места, то есть не места, а времени. Ой, буду за кадром распаковывать, а уже показывать вам готовую продукцию. Так, чек на 1455 гривен был. Да, тут у меня помощница. Иди, помощница, иди отсюда быстренько. Прыгает на меня. Ой. Так, решила я попробовать вот такое средство от дома Faberlic. Гель для стирки концентрированный. Супер концентрат 20 стирок. Пол-литра этого геля равносильно 3 кг обычного стирального порошка. Да? Сохраняет, восстанавливает цвет черных и темных тканей. Удаляет пятна при низких температурах. Не оставляет разводов. Здесь пол-литра. Вот такой интересный продукт. Бонита будет помогать. Куда же без бониточки? Ой, следующая бутылка. Второй такой продукт. Это тоже гель для стирки, для цветного. Суперконцентрат, 20 стирок. Все то же самое. Восстанавливает яркость тканей, сохраняет цвет, удаляет пятна при низких температурах, не оставляет разводов. Вот, две такие пол-литровые бутылки. Так, что дальше? Начнем с такого. Это новинки. Бальзам для мытья посуды. Нежная забота о коже рук с миндальным молочком. Можно мыть посуду. От 0+, то есть для маленьких деток предназначено. Даже можно мыть вот эту детскую бутылочки, там, хотела сказать, коробочки. Бутылочки, баночки, что там еще детям. Я уже не помню, чем они там пользуются. Дальше, нейтрализатор запаха был у нас в заказе. 112,87 артикул. Вот в виде такого спрея устраняет причины стойких и резких неприятных запахов. Я не знаю еще этот продукт. Это у меня заказали. Сказали, что очень хороший. Так. Рыжая бестия возле меня. Водный спрей, освежитель воздуха, антитабак. У меня такой уже заканчивается. Этот спрей имеет очень приятный аромат. Такой нежный. По-моему, он как... То ли цитрусовый идет, то ли цветочный. Нет, наверное, больше цитрусовый. Да. У меня открыто окно, а там шумы посторонние. Вот такой здесь 250 миллилитров. Следующий. Открылась дверь сквозняком. Какое-то все такое пришло, смотрите, немножко запачканное. 113,26 артикул. Это тропический бриз, тоже освежитель воздуха. Вообще мне Faberlic нравятся освежители воздуха. Они не химозные, они не вызывают никакого першения в горле, не вызывают никаких аллергических реакций. Они идут на водной основе, тут минимум химии, тут, наверное, ее вообще даже нет. То есть они класснючие. Не вот эти в масс-маркете продаются, вот эта химозина, которым мы дышим, и все это в легких остается. Водный спрей, освежитель воздуха, свежесть фруктов. Вот такой тоже пользуется спросом, классный. По-моему, у меня уже такой тоже был. Так, еще из такой химии, да, сейчас достану. Заказали вот такой пятновыводитель, кислородный, экстраокси, да, правильно читаю, для белых и цветных тканей. Универсальный. Он такой идет здесь 0,5 кг, по-моему. Да, 500 грамм. 30,027 артикул. Сделано в Германии. Хороший продукт. У меня таких было уже два. По-моему, два синие. Один такой светло-розовый. Так, что у нас тут надо достать? Зубные пасты. Так,
две. Одну я заказала, одну взяла по баллам. По-моему, лечебные травы были в заказе. Зубная паста. По 35 гривен они идут. 22,44 артикул, 75 миллилитров. Все их знают. Хорошие такие, знаете, не термоядерные. И экстра свежесть для всей семьи. Эту я взяла за баллы. Что-то ходят слухи, что Фаберлик больше не будет этой баллованной системы. Еще одна зубная паста была на скидке. 55 гривен по цене каталога. Это у нас идет... Боже, падает каталог. С отбеливающей системой, кислородным комплексом. Концентрированная отбеливающая зубная паста. Вот кому интересно, если словится фокус. Они идут в таких коробочках. На коленях у меня стоит собака. Ой, такой красивый каталог. Любой товар за 1 гривну. Смотреть на задней обложке. Красивенный какой, да? Новый. Так, что я уже тут поздвигала? Так, что еще была акция? Если 2 пятновыводителя любых, то хорошая была на них цена. Поэтому считаем вот этот большой полукилограммовый. И еще заказала 5 штук вот таких карандашей пятновыводителей. Классные карандаши. Кто уже ими пользовался, возвращаются к ним опять. А я еще даже их не пробовала. Да, как-то не довелось. Не было таких пятен, которыми надо было прям увлекаться карандашом. Так, коробку ставим сюда. Дальше. Это у нас L-Estet. Estet. Мужской аромат. Вот такой. Так выглядит. Так, туалетная вода для мужчин. 75 миллилитров. Такая красотка. Я, наверное, сейчас буду открывать. Мы с вами их протестим. Следующий мужской аромат. От Фаберлик, восьмой элемент. Здесь уже 100 миллилитров бутылочка идет. Дозированная. И аромат для красивых молодых девчонок. Это у нас парфюмированная вода Алатау. Здесь 55 миллилитров. Я сейчас буду открывать. И вместе с вами послушаем аромат. Мне так интересно. Ух, как запаковали. Оня копает яму. Не захотела с вами делать обзор. Ну и не надо. Хорошо так открывается коробочка легко. Так, что у нас тут? Красивая бутылочка. Фаберлик Алатау. Такая зелененькая жидкость. Бутылочка прозрачная, белая. Я еще даже не брызнула. Но тут видно, там, это как она называется, трубочка, видите, начало заполнено, а там перед вот этим пулевизатором она пустая. Такой свеженький аромат. Сейчас мы немножко, ой, классный, свежий, такой, какой-то, как, немножко зеленый, немножко морской. Ну, не цветочный, не фруктовый. Свежий аромат, приятный, такой летний. Алатау называется. Так, из мужских давайте вот этот восьмой элемент. Хорошо, что не пятый. Сейчас мы посмотрим, как и что. Здесь аж 100 миллилитров. Уже почти открыла, открыла, открыла. Так. Тоже так интересно упаковано. Видите, как здесь... дырочка такая. Коробочку сюда. Вот так выглядит флакон. Фаберлик восьмой элемент. Ну-ка. Пока ничего не слышу. Кстати, сразу пошел пшик. Ну, такой свеженький. Свежий, свежий мужской аромат. На одеколон похоже. На каждый день. Вау-эффекта не вызывает. Просто
такой аромат для мужчин на каждый день. Побрызгаться и пойти на работу. Ну, не знаю. На любителя, конечно. И следующий Элестет. Ух, как они хорошо запаивают эту слюду. Сейчас я его быстренько открою. Боня, не копай ямы. Боня, пожалуйста. Только что с улицы пришли. Там копала. Так, вытаскиваю. Ложу бутылочку. Покажу вам в закрытом виде, как выглядит флакон. Красивый такой, презентабельный. Faberlic Elestet. Так. Сейчас. Ой, ну этот, конечно, чувствуется аромат, звучит подороже. Тут уже какие-то там ноты. Я без каталога не знаю, какие там ноты, но этот мне больше понравился, Elestet. Да, он такой немножко сладковатый. Если вот этот восьмой элемент, он такой одеколонистый, просто как обычный тройной одеколон. Ну, очень простой аромат. Свежий, простой, одеколонистый. А этот уже такой идет больше как парфюм. Да. Ой, классный, приятный очень. Не знаю, как они по стойкости. Я только знакомлюсь с ароматами Faberlic, что мужскими, что женскими ароматами. Не знаю, как они носятся, кто уже носил. Покупал, приобретал такие ароматы. Можете написать в комментариях, если вам не трудно, рассказать, как они по стойкости. И женские, и мужские. Стоит ли ими увлекаться? Но флакон такой красивенький. Так, все, это весь был мой заказ. Да. Все, девочки, всем спасибо за внимание. Поделилась с вами своими покупками. Тут для меня только ароматы. Остальное все... А, ароматы и гели для стирки. Кстати, один у меня еще должен был... А, я от него отказалась. Бальзам для мытья посуды. Взяла только один на пробу из новинок, да. Все, всем пока!